концертную программу, как всегда, ведет наша очаровательная, заслуженная артистка Кубани Анна Семка. Итак, бесконечности бликом скользит бриллиант. Так отражается в вечности золото нот музыкант. Чуть уловимыми рифмы слов серебро приодет, кружится словно молитвами, соединяясь с сонет. Шлифом слова в бесконечности чуть поднимается к солнцу. Так оставляют след вечности люди серебросвязи. На этой поэтической ноте можно было бы закончить и перейти к шампанскому, но, друзья, мы еще должны почитать стихи, послушать друг друга, пообщаться, спеть песни. А начну я с мудрой фразы, что поиски алмазов – это как поэзия, литература, искусство. Долгое и трудное дело. Ищет 100 человек, а находит один. Но этого алмаза бы не было, если бы не трудились эти 100 человек. Сколько у нас сегодня в объединении человек, Светочка, скажите? 100 человек. 100 человек, друзья, аплодисменты! И каждый в эту удочку алмаза вносит свой талант, свою душу, свою поэзию, свою литературу, свою музыку. Поэтому творческое объединение 2 года, но такое яркое, такое самодостаточное, объединило поэтов, писателей, бардов, музыкантов города, режиссеров. Я не бард и не поэт, я режиссер и с удовольствием с вами. Всех талантливых, неравнодушных людей. И начало музыкальное, я хочу, чтобы Наташенька прочла свое стихотворение. Оно осеннее, называется «Осеннее разноцветье», потому что серебро слов родилось осенью. Листочки соответствующие. Осенью вообще сбор урожаев, осенью играются свадьбы, делаются праздники на Руси. И мы родились вот осенью, это правильно. Наташенька, начинайте. Осеннее разноцветие. Зеленеет трава меж поленьев, в паутине наброшенное нежно. Осень дышит лицо переменой, оставляя во взгляде надежду. В разноцветье и новых сединах лето бабье торопится сбыться. Мы с порывами ветра едины, успеваем творить и молиться. Нам вручены золотые погоны. Это правильно, потому что душа у нее золотая. Она объединяет всех людей, независимо, в общем-то, у кого-то великий талант, у кого-то только начинающая поэзия. Но она умеет своим талантом общения, душевности, профессионализма, таким общечеловеческим талантом и подходом к жизни объединить всех нас. И сегодня прозвучат произведения, посвященные вам, Светочка. Да, да, это новые песни. Песню «Казачка» на слова Елены Степуры. Сергей Алиманов написал музыку, исполняет сам автор музыки Сергей Алиманов. Пожалуйста. Простила казачку Кубань, верную ногу казачьему краю, и отдает она родине свою украшать.
неотразимой страной. Льются стихи водопадом звенящим, славит любовью свой край дорогой. Искренне сильный святой, настоящий. Маки цветут, колосятся поля, дышит туман красотой и покоем. И благодарна родная земля смелым казначкам отчизны героям. Каждому сердцу находит тепло, каждой тропинке слова умиления. Дорогие друзья, я хочу сказать, что сегодня у нас еще день рождения одно есть. Сегодня день рождения у замечательной половинки нашего Сергея Владимировича Лиманова, у его супруги Катюши, которая взрастила для нас такой талант. Катюшенька, мы вас поздравляем. Смотрите, как они намолены. Мы вас поздравляем. Спасибо вам. Я хочу, как коллега, коллеги, Сережа представляет мой цех, наверное, работников культуры больше, хочу сказать, что он еще замечательный руководитель ансамбля «Добро». И он несет казачью песню не только на подобных мероприятиях, но и на корпоративных, в ресторанных, в юбилейных, везде, потому что казачья песня, она же только в бой поднимает, она душу раскрывает, она успокаивает. Правда? И вот еще одна песня сейчас прозвучит, композитор Сергей Лиманов, а слова Светланы Донченко. Поет наш юный исполнитель. Эта песня заняла первое место в конкурсе краевом «Мой Краснодар, тебя я с песней славлю». Александр Ли, будущий заслуженный артист. Большой коллектив, Саша попросил, можно сначала стих рассказать? Можно, конечно. Краснодар, любимый, лучезарный, наделенный редкой красотой, сказочной, волнующий, шикарный, город с нежной, трепетной душой. Дышится в нем тихо и спокойно, воздух чист и небывало свеж. Град казачий, он живет достойно, возрождая тысячи надежд, радует своим гостеприимством. Как приветлив, добрый его взгляд, каждая аллея красок буйством, дарит светлой радости заряд. Всюду парки, детские площадки, словно сказка поселилась здесь. Звучит волшебный голос сладкий, счастье в этой жизни точно есть. Краснодар, самый светлоликий, славься всюду красотой своей. Град казачьей вольницы, великий общий дом живущих в нем людей. Я хочу сказать, что это стихотворение Сашенька придумал давно, года три назад, да? Мы с ним еще совершенно были незнакомы, и ни я не знала о его существовании, ни он не знал о моем. И ему там на выбор предоставили какое-то количество стихов, чтобы он выбрал, какое ему читать. Он выбрал это. И вот так мы с ним и познакомились. Спасибо тебе. На нашей планете прекрасно.
так может сливы. Краснодар, Краснодар, небоскребы и коты, перебор и гитар, на углу формата ароматы цветов, и казачьи разводы, на сияние крестов, под разным небом года, как сияют улыбки на лицах. Идущих навстречу и рядом. Мы идем по кубанской столице. Краснодар, с нами быть люди рады. Краснодар, Краснодар, небоскребы и гады, переборы и дар. А у Мурбата аромат. Защитой землица, самый светлый, красивый и вольный. Краснодар всем столицам столица. Краснодар, Краснодар, город солнца и мира. Перебор и гитар, на углу квартира. Что Саша еще победил с этой песней в одном конкурсе, который назывался «Поющий Краснодар». Мы тебя поздравляем от всей души, ты наша гордость. А сегодня у нас был гала-концерт, посвященный, значит, Краснодару. Назывался, как понимаешь, лучшие стихи за звук. Вот в общем сегодня был гала-концерт, где Саша выступал, и нам дали вот такие вот награды. Время осень, собираем урожай. Да. Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Краснодарское региональное отделение, Краснодарское местное отделение Комитета по патриотическому, эстетическому и нравственному воспитанию населения, Краснодарская региональная общественная организация по взаимодействию ветеранов и молодежи «Единство поколений». Второй краевой конкурс «Мой Краснодар, тебя и песни славлю». Диплом лауреата награждается Донченко Светлана Геннадьевна в номинации «Лучшие стихи, зазвучавшие песни о Краснодаре. Старшая возрастная категория». Это просили передать вам. В принципе, композитора нашего любимого, который написал эту песню, сказали диплом позже. Так, Серёж, встаньте. Хочу сказать, что Николай, это вот мама нашего будущего артиста. От себя, как режиссер Сашенька, подойди, сыночек.
какой же ты молодец. Хочу сказать, у театралов водится так, что детей и животных никто не переиграет. Это правда. Он стал так легко ходить по сцене, пригласил девочку. Девочка, когда приглашают, надо идти, поверь. Она еще стесняется. У нас так мало талантливых мальчиков, а потом мужчин, поэтому всегда соглашайся. Пилунишка, сынок, ты будущий артист, настоящий. Спасибо. Давай, пожму тебя, как заслуженный артист. Спасибо. Молодец. Который снял Сергей Владимирович. Сергей Владимирович снял замечательный, великолепный клип. В главной роли, конечно же, Саша. И многие наши члены объединения снимались в этом клипе. Вот. Ну, жаль, что его не показали. Клип великолепный, конечно, друзья мои. Ну, увидим. Да. Лариса Алехина, она у нас победила в песне. Там, но это чуть позже. А пока стихи от Серебренка. Поздравления. В прошлом году вот мы с мужем нарисовали вот такого маленького серебренка. Ему был всего годик. Он был голенький, робкий такой. А в этом году уже вот вырос. И вот такие слова он вам решил передать. Я ребенок-серебренок, быстро вырос из пеленок. Мне исполнилось 2 года и шагаю смело, гордо, потому что с вами стал проза, стих, универсал. Слов серебряный родник превратился в сотни книг. Новые стихи и песни часто слушать я привык. Разрослась семья большая, все друг друга уважают. Души и сердца чисты и талантами горды. А Геннадьевна Светлана — наша супер-чудо-мама. Счастья и любви полна, очень ценит всех она. Пусть сияет серебром творчество, любимый дом. В день рождения, принимайте поздравления. Чуть попозже. А я хочу предоставить слово. Я могла бы сказать о нем и так много, и хорошо, но хочу прочитать. Педагогу с 40-летним стажем. Прозаику, публицисту, журналисту, поэту, кандидату социально-педагогических наук, члену Союза писателей России, Союза литераторов Европы, секретарь отделения стран Азово-Черноморской зоны, Союза журналистов Российской Федерации Николаю Дику. Спасибо, видим краску. Дорогие друзья, ну, во-первых, я счастлив, что появилась опять возможность встретиться с вами, со всеми. Совсем недавно был всего лишь годик, как мы говорили, сегодня 2 года. И дай Бог, чтобы ему было еще очень-очень-очень много лет. А вам всем здоровья, творческого вдохновения и, самое главное, цените друг друга, цените вот эту истинную дружбу, вот этот момент истины, который сейчас витает над всеми вами. Дай Бог, чтобы и Светлане Геннадьевне, и Сергею Сергеевичу, вам всем здоровья, творческой энергии хватило еще, ну, хотя бы, ну, минимум на 50 лет. И вот такое маленькое, такое поздравление Серебру Слову. Всего 2 года долгого пути, но для Союза это не мало. За это время смог приобрести свое лицо, и это лишь начало. Сплетение муз и пламенных сердец, чертог поэта в музыке и песен, известно всем, что каждый в нем творец, и потому друг другу интересен. Открыт любой талантливой душе, готов нести по миру совершенство, звучать аккордом даже в шалаше, чтоб не исчезла истина блаженства. Так будь же счастлив, творческий союз, иди вперед, не ведая преграды, пускай звучит над миром нежный блюз, а мы всегда его исполним рады. Вручить сборничек, который буквально 5 дней назад я получил из типографии. Он совершенно свежий. Ой, я вас поздравляю со сборничком, со свеженьким. С праздничком. Спасибо большое.
Дениса Демченко и Дениса Викторовича, которого у нас там есть еще в Подмосковье. Поздравляю вас. Спасибо вам за то, что... Так что я тебя поздравляю. 5 дней назад, буквально в смысле, абсолютно. Здорово, спасибо. И песня Сергей Лиманов написал на стихи Светланы Донченко. «Мы к вам с добром». Ансамбль «Добро» и «Мы к вам с добром». Это солистка ансамбля. Олечка, аплодисменты. Наталья нам расскажет, Петер, и наша Екатерина. Я.
Дорогие наши серебросвейцы, прежде чем рассказать, что такое вдохновение, я хочу вам всем пожелать, чтобы оно посещало вас как можно чаще, чтобы рождались прекрасные стихотворения, песни, произведения и радовали всех вас. А мы, Наташа, еще раз поздравляем. Как передай мне свое ощущение? Это как будто бы вечность, мгновение. Трепетной нотой, касаясь с волнением от бытия, переходит в забвение, вновь утихает. Как птица смятением ввысь вознесется и снова оденет. Эхом находит в душе отражение светлый, чарующий миг вдохновения. От всей души желаю вам. О, чудо и чудес, рождение стихов и музыки в душе. О, вдохновение, вдохновение, приди, спустилась ночь уже. Порой страдаем мы от груза обычных на земле проблем, но муза, трепетная муза, приносит утешение всем. Что мне случилось, вы творите, как смел фантазии полет. Любите, планы налюбите, любовь нас к творчеству ведет. И пусть наш мир цветет, воспетый в прекрасной музыке, в стихах. И музыканты, и поэты талантом славятся в веках. Thank you.
женщины, стихи или музыка? Если красивые стихи и талантливая музыка, то это уже шедевр. И тут трудно сказать, что первично, главное, что она попала в сердце. Еще одна такая песня «Губа не мои, золотая душа». Светлана Донченко написала стихи, а музыка Сергея Лиманова. Вот то, что сразу ложится на память и в сердце, это пойдет в жизнь, эта песня, это точно. «Кубань в объятиях степного ковыля». Ну это же здорово. Татьяна Евгения, наша замечательная и семейная творческая пара. Эта музыка Женина, Танечка всегда поет его песни, свои песни. «Осенняя песня». Кто написал слова? Слова Владимира Соколова. Женя Танишина.
сейчас слова Владимира Соколова, музыка Евгения Шкурина. Пальцы талая вода.
нашей любимой с вами родине России. Мне поможет Андрей Шалов. Лишь едва рассветом небо тронет, распахнула поэту, как секретарю. Поздравляйте творческим днем.
Друзья, от души всех поздравляю нашему объединению процветания, новых побед и мирового признания. А с таким полковником и с таким генералом все у нас будет прекрасно. Так что все надеемся. Друзья, говорили о Елене Шаталовой и о том, что будет сборник, но я прочту, не знаю, во что это стихотворение в сборник, наверное, вошло. «В объятиях ветров Елена Шаталова нитью поэзии с Господом связана. Небо глубокого пью благодать, хоть и ничем никому не обязана, мне б донести, что хочу вам отдать. Слов серебро в каплях роз отражается, падая звонко с клубничных листов, и для желающих мной собирается в солнечном крае в объятиях ветров». Замечательно. Поздравления Сереброслов, члены Союза писателей России, Елена Степура, Наталья Бирная. Ну, я хочу поздравить всех с сегодняшним праздником, с двулетием, особенно вас, Сергей Сергеевич, и нашу Ланочку дорогую, потому что это она собрала нас всех, и вот каждый год у нас такой праздник великолепный. Прочитать такие стихи. Все говорят, что осень – это грустно. Туманы льются, падает листва, в моей душе совсем другое чувство. Молва людская не всегда права. Вы посмотрите, сколько нам подарков денек осенний ласковый принес. А главное, друзей, улыбок ярких. Какой о грусти может быть вопрос? А помните волнующую встречу, такой же вот осеннюю порой, и самый первый в этих стенах вечер, когда мы стали дружной семьей. Семья растет, и вот уже 2 года звенит творение наших серебро, талантов ярких прорастают сходы, мы рады сеять на земле добро. Во славу нашей Родины прекрасной, во имя мира, дружбы и любви, чтоб на планете процветало счастье, слов серебро, и здравствуй, и живи. Стихотворение «День рождения, серебро слов». Я буду читать, что серебряных слов мелодичный родник по южно-российской течет стороне, и песней звучит, и стихом нас роднит, и желтые листья кружит на волне. Сентябрь открывает объятья, друзья, и льется на радость тепло голосов. Бежит наш родник, благодати стезя, под небом звенящих серебряных слов. Наш родник бежит не только по южно-российской стороне, он бежит по России и за рубежом. И вот хочется Светлане Геннадьевне опубликованная ее подборка стихов в журнале «Невский альманах», журнал Союза писателей России. Спасибо. Друзья мои, объединение 2 года, молодое очень, но уже есть свои традиции. И одни из традиций замечательные – побеждать. Хорошие традиции, как в России. И у наших олимпийцев тоже. Паралимпийцам не дали победить, так флаг пронесли. Молодцы, братья белорусы, спасибо им за это. Вообще ужасная несправедливость. Не дать спортсменам выступить, не дать поэтам почитать стихи. Какая несправедливость. Поэтому у нас все это есть. И слава Богу, благодаря творческому мнению, щедро вас поздравляю. С днем рождения, друзья. Конкурс, который проходил в городе Краснодаре, он проходит каждый год. «Мы Краснодар, тебя я песней славлю». Он прошел 9 сентября в городском саду. И произведения были исполнены. Лариса Алехина заняла 1-е место за песню «Ночной трамвай». Песня о Краснодаре. Ночной трамвай едет по городу Краснодара.
кончик месяца и в луже окна светятся, стучат колеса, вертятся, бежит трамвай ночкой. Мы в нем с тобой встречаемся и в полночь катаемся. Ты на нас смехается, над нами насмехается. И что жди озорной, красив любимый город, рубины светофоров, витрины в разноцветении лунных огней. Звучат, звучат такси сигналы прохожим запоздалым, и серебром сверкает, и серебром сверкает дождь сияет фонари. А не погода страницу пройдет и не оглянется, сердца друг другу тянутся, и на душе легко, а дождь не унимается, кондуктор улыбается, и мы стоим, качаемся, и мы стоим, качаемся, пригнув щеке щекой. Красив любимый город, рубины светофоров, витрины. Звучат такси сигналы прохожим запоздалым, и серебром сверкает, и серебром сверкает дождь сияние фонари. Мы счастливы, мы веселы, ничто не занавесит на любовь нашу горячую. К душе сердечной хуже не стоит, не бурится. Дождем умытые улицы, и мы тобой любуемся, и мы тобой любуемся. Полночный Краснодар, красив полночный город, рубины светофоров, витрины. Лучшие стихи, зазвучавшие из песни. Возрастная категория – зрелые авторы. Извини, Гриша, зрелый ты автор. Вот. До 55 лет. Все первое, да? Ну смотри, в номинации «Лучшая работа композитора в песне о Краснодаре» Лена Паршина второе место. А ты занял первое место как поэт. Ваши аплодисменты Апрель Накрасова. И был апрель, на сей спешили люди, а в том мелькали, суетясь, как муравьи. И были мы совсем одни в потоке судей на Красной улице, на улице любви. Играла музыка мне ладно, пели струны, пора нам старым. Приютилась тишина, здесь были мы на миг, так трепетны и юны, как
как раз спустившаяся только что весна. Живи, уютная, привольная, прекрасная, ласкай влюбленных нежной кроною листвы. Вечно зеленая, гулена, тайна страстная, я так люблю твои весенние цветы. Благоухал, благоволил и словно пел, лишь нам двоим, лишь нам двоим, артист апрель. Благоухал, благоволил и словно пел, лишь нам двоим, артист апрель. Нам стало лет как будто меньше, по 16, и был по-детски неуклюжий поцелуй. А вдалеке такое призрачное счастье раскрыло объятия пленительный июль. Вновь наше небо озарил, отгорели, и были ласковые свежие дожди. Я тороплюсь тебе в честь нашего апреля, и ты, я, моя любимая, дождись. Живи, уютная, привольная, прекрасная, ласкай влюбленных нежной кроною листвы. Вечно зеленая, гулена, тайна страстная, я так люблю твои весенние цветы. Благоухал, благоволил и словно пел, лишь нам двоим, лишь нам двоим, артист апрель. Благоухал, благоволил и словно пел, лишь нам двоим, апрель. Птенец мой, лети, а ей
эти высоты расправятся крылья. Птенец мой, лети, лети, ты же птица, за небо держись. А если разбиться, лети, ты же птица, ветра и зорница, твой компас и жизнь, лети. Ты же птица, за небо держись. Браво! Хочу сказать, что Галина к нам приехала из героического Донецка. Вот, и вот, скажи, на стихи Таниты песня, так? Да. Она замечательный поэт, великолепный, талантливый. И мы, конечно, очень рады, что вы здесь. И музыка тоже ее. И музыка ее. А к себе хочу добавить, что баллады, вот такие легенды песенные, мало пишут. А это красиво очень. В этом есть